В городском театре чествовали анапчан с ограниченными возможностями здоровья, которые принимают самое активное участие в жизни муниципалитета, являясь примером для всех. Концерт продемонстрировал настоящий калейдоскоп талантов, которые славят город-курорт далеко за его пределами. Для одного из участников, который приехал издалека, выступление было дебютным. А пока все небо так и в звездах, небо с ней, причем она его. Артур с поэтической фамилией Есенин приехал в Анапу автостопом из Владивостока. Устроиться помогли друзья. По его мнению, город формирует самую положительную гамму чувств. Спокойности, уравновешенности, познание к жизни, дальнейших каких-то успехов. На сцене те, чьи имена звучат уже далеко за пределами города-курорта. Танцевальные коллективы, вокальные ансамбли. В зале много просто неравнодушных людей, гражданских активистов, которые помогают улучшать городскую среду. И их заслуги отметили особо. Нас стало слышать управление ЖКХ. То есть, если где-то нужен съезд какой-то, я пишу, фотографирую, пишу, и они его делают. Очень приятно, поблагодарить хочу ЖКХ и Ремстрой, потому что они в этом году очень много сделали съездов. И что сейчас приятно стало, что уже не надо говорить, стали новый на Гоголя делать съезд и уже сами сделали его для нас тоже. По словам Марины Буковец, с одной стороны, весь первый этаж городской поликлиники сегодня полностью доступен для колясочников, с другой, пока не удалось договориться с частными перевозчиками, чтобы они закупали больше низкопольных автобусов, причем именно новых. Для тех, кто передвигается по городу на колясках, это очень важный элемент доступности среды. Немало сделано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями комфортно себя чувствовали. Это и тактильная плитка, это доступная среда, эталонные зоны. Но этого, безусловно, недостаточно. Понимаем, что делать надо больше, развивать это направление. У нас есть все возможности. По мнению общественников, также необходимо делать больше доступных пляжей для маломобильных граждан, а ательерам предусматривать специальные номера. Помимо мягкого климата, город-курорт дает возможности для самореализации. До этого Артур пел на улице для прохожих. Это его дебют на большой городской сцене. Он намерен и дальше развиваться в Анапе, как певец и музыкант. Я счастливый, как никто. Я счастливый, небо сто. Я счастливый, я люблю. Александр Ребека, Александр Кореневский, Михаил Григорьев, Анапа регион.